Торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, продолжилось в театре имени Абая. Здесь для воинов-афганцев, а также родственников и близких погибших солдат и офицеров был представлен праздничный концерт творческих коллективов города. Кроме того, в ходе мероприятия воинам-интернационалистам, принимающим активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, были вручены медали, грамоты и благодарственные письма. Все дальше и дальше от нас события тех далеких дней, когда тысячи молодых парней из Казахстана были отправлены в Афганистан для выполнения интернационального долга. Но мужество и стойкость казахстанских солдат, их верность воинской присяге навсегда останутся в памяти народа. Сегодня воины-интернационалисты, прошедшие суровые испытания на афганской земле, являются нашей гордостью, ведь их мужество служит примером для подрастающего поколения. На сегодняшний день воины-интернационалисты для нас не только ветераны, они являются активными членами общества. Ими каждый день проводятся различные мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и любви к родине. Поэтому такие мероприятия очень нужны. Приглашенным на концерт воинам-интернационалистам и родителям погибших солдат и офицеров был оказан почет и уважение. В ходе торжественного мероприятия ветеранам-афганцам, принимающим активное участие в патриотическом воспитании молодежи, были вручены специальные медали, благодарственные письма и грамоты от общественного объединения «Ветераны и инвалиды войны в Афганистане» и «Локальных войн». Вместе с тем, надо сказать, что статус ветеранов афганской войны еще не определен на государственном уровне. На данный момент воины-интернационалисты получают пособие в размере всего 16 тысяч тенге. Данный вопрос уже поднят. Недавно у нас создана рабочая группа, где поднимались 5 основных вопросов. Это определение статуса воинов-афганцев, а также увеличение спецгоспособия. На сегодняшний день спецгоспособие у нас всего является 16 тысяч тенге, но сейчас этот вопрос мы поднимаем. Я думаю, все это решится. Ну и еще один из вопросов – это жилищные проблемы, в законодательном порядке все эти вопросы, я думаю, решатся. Организаторы отмечают, что благодаря таким встречам у представителей молодежи повышается чувство патриотизма. Ведь здесь подрастающее поколение защитников Родины получает отличную возможность пообщаться с непосредственными участниками тех событий и узнать новые интересные факты о той никому не нужной войне. На афганской земле погибло много казахстанских ребят. Многие не вернулись домой, так и оставшись в Афганистане. Об этом всем мы узнаем сегодня на этом мероприятии. К примеру, до армии я не знал, что в Афганистане погибло много наших земляков. Здесь, в армии, нам об этом много рассказывают. В рамках концертной программы вниманию воинов-интернационалистов, родственников погибших солдат и офицеров, а также городской общественности были представлены вокальные патриотические произведения и танцевальные номера в исполнении творческих коллективов города «Семей». Самат Секенов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».